Третьей серии сериала «Случайный кадр» Никита обнаруживает некий платеж на фирму, учредитель которой родной брат пожарного инспектора Кочетова, расследовавшего причины пожара в клубе. Кулаков разрешает Ларе отправить сестре электронное письмо сообщением, что она навсегда уехала из страны и встретила другого, и просит ее не искать. Никита и Ирина возмущены поведением Лары. Они сближаются. Кроме Нестеровой, у Боброва на горизонте возникает политический конкурент Родион Кулешев. Лимарук выясняет, что в Челябинск Лара не возвращалась, а человек, дающий распоряжение Кулакову по телефону, приказывает ему убить Лару, чтобы замести все следы. Посмотреть очередную серию вы сможете 25 мая.